дорогие жители сел Грушка и Фрузовка, многоуважаемые вдовы Великой Отечественной войны, дети войны и работники тыла. Сегодня великий день, день победы. 76 лет назад закончилась самая кровопролитная и масштабная война в истории нашего государства. В Великую Отечественную войну были вовлечены 61 государство. На 40 из них велись боевые действия. Но основная тяжесть борьбы пришлась на наш советский народ. 27 миллионов погибших. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Сколько несбывшихся надежд искалеченных судеб. Из наших сел на фронт ушли 389 человек. Из них 161 погибли. Низкий вам поклон всем вдовам Великой Отечественной войны, тружникам тыла, детям войны и большой-большой низкий поклон ветеранам Многонационального Советского Союза. Мы помним вас и гордимся вами. Администрация села и вокальная санкт-услада нашего Дома культуры поздравляет всех вас с Днем Победы и желает вам здоровья, счастья, долголетия, яркого солнышка и чистого-чистого неба над головой. С праздником, с великим Днем Победы! Из-под небес, под
окнах свет, и нет войны. Можно больше не прощаться и на фронте не провожать. Будут с фронта возвращаться, мы, герои, будем ждать. Зарастут травой трахеи на местах боевых боев. С каждым годом хорошей станут сотни городов. И в хорошие минуты вспомнишь ты, и вспомню я, как от вражьих полчищ лютых очищали мы края. Вспомни все, как мы дружили, как пожары мы тушили, как у нашего крыльца молоком парным поили, посидевшего от пыли утомленного бойца. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя, за народ, за нас с тобой. Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам и солдатам рядовым, пешим, плавающим, конным, утомленным, закаленным, слава павшим и живым. От души спасибо им! Далеко, между нами.
их снега. До тебя не дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой гармоника вьюги назло, заплутавшие счастье зови. Не в холодной землянке тепло, а твоей негасимой любви. Не в холодной землянке тепло, а твоей негасимой любви.